Киржаков никакого дриблинга делать не умеет. Его максимум это бежать вперед, бежать по диагонали и ударить внимание в сторону ворот. В сторону. Ну чё, сука? Блять! Сука, ты чё нахуй? В шинник, блять, играть поедешь. Да хули ты там свистишь свою свистульку, блять? Иди леденец ты нахуй, свисточек, блять, купи и свисти в него. Идите, блядь, вообще все с судейским составом друг другу в кожаные дудки, блядь, дудеть. Такой выход один на один обосрать, блядь. Мудила, блядь. Своей полосатой майки, блядь. Иди себе нахуй, не то что очки, бинокль иди себе, блядь, купи. Трубу себе, ёпты, подзорную возьми, бегай с ней по полю. Пока я тебе, блядь, в глаз не инсталлировал, мудила, блядь. Прикиньте матч, Барселона луч энергии, ёпты. В болоте, блядь. Я Туре. Не, луч энергии победил, она-то знает, что там по вешкам надо бегать, иначе в лужу провалишься. Месси, знаете, такой в лаптях, как вышел на поле, так и в лужу сразу. По самые уши провалился и стоит, ждет, когда пас дадут, чтобы за мячик вцепиться и выплыть с этого поля. Ой, блин. Блять, сука, продайте этого защитника в Зенит, блять, они любят дырявых защитников покупать. Ёбаный ты контрацептив, ну как так-то, скотина, блять, на овощную базу пойдешь лук разгружать, сука. Так, ну проверим Ибрагимовича. Удар нахуй, ой, есть по яйцам. Судья погадал на своей ладони, посмотрел, не пересеклись у него линия судьбы и жизни и пошел дальше, да? Киржакова, знаете, когда дают, говорит, штрафную пробить, слышь, говорит, там на трибуне кто-то нам факи, говорит, показывает, надо уебать в ту сторону. Ибрагимович, блин, чё ты такой медленный? Сука, вот был бы Неймар с турбиной в жопе. Мне кажется, Неймар клизмой вводит все в спиды ректально, блядь, не знаю, откуда такая скорость. А как-то более на Есть, блядь! Охуительный Ибрагимович пас отдал. И это говно забило Лавези, который, да? Вратаря у них... Смотрите, какая там свалка классная. Мне кажется, там у них защитник шею сломал. Смотрите. Кувырок! Хера там вратарь ему... Они с вратарем там друг друга бодали по такой невероятной физике. Как будто я в рестлинг играю, а не в футбол. Блять, все ладоши отбил. Сука, лучше бы не забивал этот гол. Так руки теперь болят. О, как я, ёпты, нихуя себе. Да на, ёпты, куда ты бьешь, скотина, колхозник, блядь, со своей косичкой. Тебя за волосы повешу за твои, сволочь, блядь. Такой финт обосрал, такой проход. Покажите, куда мяч улетел, чтобы я хоть поржал. Ну, он сам говорит, ёпты, Ибрагимович, вот такой дебил. Показывает, а выйдет. Говорит, зомби лучше бы ударил. Ну, давай, выбивай, время-то не тяни. Хрен в колготках, блядь, всех зеленых. Кабал отдает пас страйкеру. Страйкер дает пас Кавани какого-то. Ну тут у меня никаких ассоциаций нет. Давай, надо... О, блядь, нихуя себе! Ну, почти что в девятку гол. В пол девятого. Гол в пол девятого. Ага. Посмотрим финты. Кривоногов, блядь, кривочленов. Добивай, урод, добивай, мудак. Кривой, блядь. За что он ест свои бананы, я не понимаю. Ну, давай, пас, пас, блядь, сюда. Чё вы там пинаете? Говно-то, ворота не там находятся. Ну, пиздец. Счет 0-0. О, рикошет от моей тупой башки, смотрите. Опасный момент, блядь. Ой, они вернули мне мяч. Как это мило с их стороны. Удар, гол! Потому что бил кривочленов, а у них на воротах стоял просто кривожопов. Я вот показываю им, что они петухи все. Я думаю, что... Там после матча придется дыру в воротах зашивать. А, дыру в воротах и в жопе вратаря после того, как его трахнут в раздевалке всей команды. А я, опа, рывок. Опять между братьев Березутских, наверное. Не знаю, просто что у них за защита такая. Блять, что у него с ногами, пиздец. Это редкая аномалия. У меня у этого у ёб с ноги просто левая нога вместо правой, а правая вместо левой. Поэтому, блять, так косо бьет. Давай, длинный пас. Да, я за такой пас твою маму благодарил. Задумался наш футболист. Ждет ком... Блять, я дар речи потерял, это просто пиздец.
Сейчас посмотрим, что сделает Агуде из этого выгодного момента. Лягайте, хлопцы, ща въебу. Отлично. Счастливый билет выиграл зритель во втором ряду. Пытается спрятаться Джейсон... Команду нашу тренирует Джейсон Стэтхэм, как вы могли заметить только что. Он от стыда чуть нахрен не офигел, пытаясь спрятать свое лицо в руках от камер, чтобы его не запалили после такого сраного исполнения. Хватит, потратил 40 минут вашего времени, наверное. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьё. Прощаемся. Прощаюсь с Фифой.